Это видео облетело все краевые СМИ. Рядовые горожане в Рубцовске при помощи подручных средств приступили к ремонту дорог. Рубцовчане, уставшие чинить свое авто, нашли время, запаслись старыми кирпичами и заделали на центральной площади города 20 ям. Спустя всего день городские власти решили подхватить инициативу добровольцев. Распорядились засыпать дыры щебнем. А как вы думаете, надолго? Никаких комментариев. Вот ваше мнение. Не даем. И надежно? Ну что сказать, спасибо и на этом хотя бы, понимаете. Ну, хоть так хотя бы можно ездить, чем вообще никак. Потому что такие дороги, как у нас, ну это, по-моему, лучше по проселочной дороге кататься, чем вот по таким. Ну хотя бы щебенка. Ну щебенка тоже такое покрытие небезопасно, потому что это отлетает, это в кузов все это летит. Я не местный, но дороги ужасные. Здесь они никогда хорошими не были. Дорог нету. Щебенкой засыпают глубокие ямы, это вообще нормально? Нет, это не нормально. Что кирпичом, что щебенкой. Через день вся эта щебенка вылетит. Рубцовские дороги – это едва ли не самая главная боль города и даже края. Как нам рассказала депутат КЗС Вероника Лапина, в этом году на их ремонт направят 200 миллионов рублей из краевого бюджета. Доля городского – чуть более 5 миллионов. Дополнительные средства выделят на ямочный ремонт. На эти средства планируется отремонтировать улицу Транспортную, участок дороги на проспекте Ленина. От Садового до Калинина будут продолжены работы по ремонту улицы Краснознаменской. И будет продолжен второй этап работ по улице Тракторная. В том числе будет доделано кольцо рядом с торговым центром «Радуга». В последние годы деньги на ремонт рубцовских улиц выделяют регулярно, но улучшение особо незаметно. В этом году, несмотря на выделенное финансирование, дорожный сезон может ожидать неприятный сюрприз. Причина – продолжающееся повышение стоимости материалов при утвержденных сметах и объемах. Не исключено, что помощь дорожных добровольцев, которым стоит запастись кирпичами, еще пригодится. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.